подсознательный зверек, там подсознание, говорит: «Хьюстон, у нас проблемы!» Он вам говорит: «Так, так, говорит, тресни булочку, запаси консерву». Ну, мало ли, ну, на юг, да, на юг, и сюда, на юг, и сюда, и напихали, и возникает стресс, и он, организм начинает, ну, он по-своему адаптируется, понимаете, он консервы запасает, вы по-своему адаптируетесь, там, переживаете что-то, выясняете с кем-то отношения, там, еще что-то, 50. Ну, как бы вот он, такой фокус. Еда не попадает к вам в рот. Это вот у Гоголя есть «Вечера на хуторе близ Гетиканьки». В рот все летели там голубцы, там, не знаю, пельмени. Но нет такого, понимаете? Она сама не залетает. А? Мы ее берем. Вот. И дальше вопрос набора действий, которые мы совершаем для того, чтобы сделать поступление к нам пищи автоматизированным. Или когда мы, наоборот, делаем так, что она поступает нам ровно тогда, когда в этом действительно есть необходимость. Мы должны понимать, что жизнь, она нам будет подталкивать, поэтому нам нужно как бы в ней прокладываться с тем, чтобы мы эти консервы и в лучшем случае копили в этом, в ящике, а не в теле.